основа, все хорошо. Нужно ребра и жесткость, там сделайте пару или три арматуры и положите вот эту оцинковку. И все, забудете. Хотел чуть-чуть сэкономить. Да не. Сгорел сарай, гори и хата. Тут не сэкономишь на этом деле. У нас сетка. Геннадий Борисович, я вот прекрасная сетка, дорогие друзья. Обращаю ваше внимание, это качественная сетка, выпускаемая Харцитским заводом, который специализируется на изготовлении разной сетки. Вот эта сетка паянная, оцинкованная для мелких птиц. Она, вот обратите внимание, что такое не оцинкованная, а ржавеющая сетка с годами. Она просто ломается и приходит в негодность. Вот с этой сеткой этого не произойдет долгие годы. Геннадий Борисович, я вам вручаю постановление правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 года, номер 1937. Вот. Это требование к использованию животных в культурных и развлекательных целях и их содержанию. Это основной документ, которым руководствуются сегодня зоопарки России при содержании животных. И вам необходимо учитывать эти нормативы. Роспотребнадзор в виде проверяющих инспекторов обязательно придет и будет проверять и качество материалов, и главное квадратуру, и сколько животных содержится, может содержаться на данной квадратуре. И российская организация очень строго требовательна в этом отношении. Поэтому начинайте реконструкцию сразу с учетом этих требований. Потихоньку пусть ваши помощники и вы изучайте их. Поверьте, мы это прошли лицензирование, вам оно еще предстоит проходить, от него никуда не денешься, и этот закон нужно принять в действие. Там четко даны виды животных и какие вольеры, какие квадраты, значит, должны для их содержания быть. Поэтому по любым консультациям я прошел лицензирование двух зоопарков, прекрасно знаю, прошел очень много судов по защите от проверяющих органов, и мой опыт в этом вам только может, так сказать, пригодиться. Обращайтесь в любое время. Спасибо большое. Олег Алексеевич, опять-таки по всем вольерам и идет и будет давать советы. Оделся. Ой, смотрите, как проезд. А ну, Лянь, тут девочка или нет? Да, девочка. Ой, смотрите, девочка какая. Девка у себя тут. Вот это же черногорка. Вот это же молодец. Тут на нее. Пленку с носика сняли. Ну, уже встал, уже бегает, видишь, смотрите, здоровая, когда. Ее совсем. Та, по-моему, беременная. Они все беременные. И подпускают, как. Воспроизводится. Что Сашу. Отвали. Солячек. Туда ее, сарайчик. Сарай, да той? Ага. Не, ну, мамка, кто родила. Ну, мамка вот она у нас. Та же себе тоже гнездо там метит. Сань, пойди, давай, пока сейчас, пока мы людей отпустим, да, мы пересадим. Да, пусть. Сарай тогда посадим. Ну, заморозка хоть не будет, но лучше. Звонит Савелий Анатольевич. Тоже ждет, когда мы приедем. Ребята, здесь реально нужна помощь. Лучше не становится. На счетах сказал Геннадий Геннадий Борисович, ноль. Счета пустые. В интернете в основном то, что вы видите, у меня тоже создавалось впечатление, что все хорошо, что идет большая помощь, потому что я вижу, приезжает блогер, я вижу, как там где-то собирают на какие-то счета деньги, якобы передают. Не ведитесь. Вы видите, что сказал Геннадий Борисович? Ни с каких счетов помощь не помогает, не поступает. Только прямая помощь на ту карту, единственную карту, которую ставит директор зоопарка. Опять эти. Я не могу. Не могу собак. Разговаривает. Да. Ну, заберем несколько собак. Парк. Заберете. Да. Правильно.
Так. Чтобы легче было, Геннадий Борисович. У нас надежные охранники были, да? Ты хорошая девочка. Ты. Ой, боже, боже, как же среди вас любять. Ну как? Иду. Ай, ты хорошая. Красивая. Ай, хорошая такая. Мама хорошая. Иди сюда. Вон такие глаза. Скорее. Возьмите. Иди сюда. Иди сюда, хорошая. А? Хорошая. На. Алексеич не может уйти от собаки. На, моя хорошая. Да, хорошая. Ай, ты хорошая. Наша. У тебя будет свой дом. Красивый. Да. И эти собаки не давали вот спать эти глаза 10 месяцев. Олег Алексеевич, вы, наверное, как цыган, что-то шепчет лошадь. Да, да. Мы придем за тобой. Дети, ну, такие классные. А вон такие. Все хорошие. Норик. Хороший. Это он спокойный будет. Это не тот. Норик. Ой, вы посмотрите, это танцует. Это прыгает, вы посмотрите. Ой, 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 ты хороший. Вы все, все хорошие. Ну, не злюкайся, ты же хороший, да? Хороший, не злись, не злись, да, не злись, да. Отдадут несколько, да, да, не знаю, отдадут тебя или нет. Не злись. Красивый, ты добрый. Судьба такая тяжелая. Мы придем за вами. Еще раз напомню, друзья, не ведитесь, не перечисляйте никуда свои деньги. Если вы видите, что у блогеров стоят, слушайте, как бахает, счета Геннадия Геннадия Борисовича или счета директора Мариупольского зоопарка, тогда перечисляйте, тогда спасибо этим блогерам. Если вы видите, что создаются какие-то фонды, или что вот вы перечислите, они привезут, неправильно. Это мое мнение, неправильно. Помощь должна поступать прямо туда, где она нужна.